Накануне наша съемочная группа побывала на танцах. Скромно в сторонке, платочки в руках теребя, там никто не стоял, наоборот, все танцевали. В Чебоксарах прошел традиционный турнир по бальным танцам на балу у Эврики. Старейших и известных в республике танцевально-спортивных клубов «Эврика» в очередной раз дает бал. Мы проводим турниры с 1993 года. Приехало очень много судей, очень много пар, очень именитые танцоры. Весь Приволжье федерального. От Саратова и до Москвы, от категории «Дети 1» до молодежи и взрослых. Помимо прочих титулов, в этот раз «Юниоры 2», а это танцоры 14-15 лет, боролись за звание чемпионов ПФО. В итоге наша пара шестая. Чтобы танцевать, что называется, по финалам серьезных турниров, Никита и Даша проводят в тренировочном зале по 3 часа практически каждый день. И так уже 9 лет. Много тренировались перед этим, турниром готовились, всеобщими усилиями добились своего результата. Когда был маленький, естественно, хотелось бросить танцы, но потом уже, когда начались хорошие результаты и все такое, уже бросать уже неохота. У Лизы Ильи все еще впереди, но пока они гордо держат первые награды, отрабатывают основные движения и учатся уживаться в паре. Расскажи про своего партнера, какой он? Ивана дома ждут учебники на носу у 11-классника ЕГЭ. Однако сегодня на уме у молодого человека только танцы. На паркет пара выйдет ближе к вечеру, но подготовка начинается с раннего утра. К подобному марафету танцор давно привык и к своему образу жизни относится философски. Я занимаюсь очень давно, больше 10 лет. То есть первое время это как-то было маленько странно. Прическа на голове, жесткие волосы. Но по мне это красиво и удобно. Ну а представитель Ульяновска Кирилл на вопрос о своей танцевальной судьбе отвечает просто. Куда отдали, туда и пошел. Потом понравилось. Теперь он со своей очаровательной партнершей весьма титулованная пара с серьезными танцевальными планами на будущее. Все пока хорошо идет для нас. Вот. Турнир очень нравится, хорошо организованный, судейство хорошее. Терпение, адский труд и уйма времени. Однако для того, чтобы оказаться на пьедестале, этого недостаточно. Пожалуй, истинную цену в прямом смысле слова всему этому великолепию знают только родители. В этом элитном виде спорта мама и папа не только болельщики, парикмахеры, визажисты, стилисты, но и спонсоры. Десятки тысяч рублей за костюмы и специализированную обувь, тысячи на индивидуальные занятия и стартовые взносы. В этот раз парам из Чувашии повезло. Себя показать и других посмотреть можно в родном городе. Без трат на дорогу. Не все могут выезжать, либо если выезжают, то выезжают группами на разные турниры. Здесь нашим парам удобно посмотреть друг на друга, попробовать родной паркет, да, то есть родные стены всегда помогают. И, разумеется, ощутить полную поддержку зрительного зала, потому что много друзей, много знакомых еще может прийти. Что ж, родные стены или что-то еще помогло танцорам, однако пары из Чувашии на турнире выступили достойно. Кубки и медали останутся в Чувашии. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Еще раз аплодисменты.